получает Денис Алексеевич Снегирев и ребята Данила, Денис, Савелий и доченьки, которая в декабре только родилась. Передаем большой привет. Ну что, ребята, встаем? Давайте. Приятные хлопоты ждут 4 семьи Одинцовского округа. Им глава муниципалитета Андрей Иванов в стенах администрации вручил сертификаты на приобретение жилья. Пусть в вашем доме всегда будет уют, тепло, а ваши семьи будут такими же дружными и счастливыми. Потратить полученную сумму семьи могут на покупку нового дома или квартиры, как на первичном, так и на вторичном рынке, или погасить ипотеку. Приобрести свое жилье на территории округа планирует и семья Снегиревых из Кубинки. Сейчас они проживают в служебной квартире. Когда вам позвонили, это было неожиданно? Да. Я обрадовался очень сильно. Вот. Жена тоже очень рада. Скажите, сейчас где жена ваша? Жена моя сейчас в роддоме. Вот. Сегодня выписка, кстати. И вы сейчас отсюда в роддом поедете? Да. Со всеми мальчишками? Конечно. Они ждут? У вас дочка? Да, у нас сестричка маленькая. А как назвали? Настенька. Средства на субсидии выделяются из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Ольга Дмитриева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».